Дорогие подписчики и случайные зрители, мы рады приветствовать вас на нашем канале. К большому сожалению, сегодняшний день, 25 сентября 2021 года, оказался печальным. Ежедневно мы публикуем новости из мира звезд и кино. Если вы еще не подписаны на канал, то большая просьба подпишитесь. Вам ведь это не сложно. Также можете поставить лайк этому видео. Это бесплатно. В этот сентябрьский день, 25 сентября, к нам пришла до боли прискорбная весть. Уходит эпоха, а с ней и звездные киногерои. Сентябрь уже подходит к концу и ежедневно приносит трагические вести. В возрасте 83 лет скончался американский актер Безил Хоффман, ветеран кино и ТВ. Артист с послужным списком, включающим 200 пунктов. О смерти легенды сообщает интернет-источник со ссылкой на представителя актера. Причины и обстоятельства не уточнены. Безил родился в Хьюстоне, Техас. В 1938 окончил университет по специальности экономика и уехал в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство в Академии драматических искусств. Подковавшись и снявшись в нескольких рекламных роликах и эпизодических ролях, отправился покорять Голливуд. В числе проектов – оригинальный сериал «Кунг-фу» 70-х, «Досье детектива Рокфорда», «Вся президентская рать» 1976-го, «Коломбо», «Близкие контакты третьей степени», «Чёртова служба в госпитале Мэш», «Любовь с первого укуса», «Электрический всадник», «Оригинальная династия», «Джошуа Френди в Санта-Барбаре», эпизоды 1985 года, «Блюз Хилл-стрит», «Сумеречная зона», «Да здравствует Цезарь».